Красников Михаил Иванович родился 10 января 1920 года в деревне Ломислут Можгинского района Удмуртской республики в крестьянской семье. Окончил 5 классов, работал валицовщиком в металлургическом заводе в городе Ижевске. В сентябре 1940 года был призван в армию. В августе 1941 года старший сержант Красников прибыл в действующую армию. В феврале 1943 года закончил курсы младших лейтенантов. Михаил Иванович сражался на Западном, Центральном, Брянском, Первом и Втором белорусских фронтах. Принял участие в освобождении Курской, Орловской областей, Украины, Белоруссии и Польши. Закончил боевой путь в Восточной Пруссии. 5 сентября 1944 года при форсировании реки Нарев в районе поселка Корновек, Польша, батальон под командованием Красникова захватил плацдарм на правом берегу и удержал его, обеспечивая переправу других подразделений полка. Отразил 4 контратаки противника, нанеся ему большие потери в живой силе и технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии капитану Красникову Михаилу Ивановичу за умелое командование батальоном, мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Нарев и в боях на захваченном плацдарме, присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу в Советской армии. С 1960 года полковник Михаил Иванович Красников в отставке, жил в городе Калуге. Умер Михаил Иванович в июле 1990 года. Имя героя увековечено на стене у Вечного огня в сквере Победы в Ижевске.